19 августа состоялось официальное закрытие смены летней физико-математической школы, организованной на базе Елабужского института КФУ в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». Участниками этого проекта стали учащиеся 8-10 классов общеобразовательных школ из 18 регионов Татарстана и Башкортостана. Обсуждая физико-математическую школу, я всегда говорю, позитив, позитив. И мне очень радостно это констатировать. Я думаю, что каждый из вас найдет свое место. Счастья, удачи в жизни, да? Чтобы друг друга помнили. Ну а через несколько лет, кто-то через год, кто-то через два, кто-то через три, приезжайте к нам учиться. В течение нескольких недель для школьников проводили занятия профессора и доцента Елабужского института КФУ. Уже традиционным стали лекционные занятия, которые проводят модераторы Международного фестиваля школьных учителей. В этом году лагерь посетили Мурат Чешанов, профессор кафедры математики Техасского университета в Эль-Пасо, Галина Чулкова, профессор Московского института электроники и математики, и Елена Петрова, профессор кафедры физики для естественных факультетов Московского педагогического государственного университета. Оказывается, те обезьяны, у которых на лице, ну, так условно назовем лицом, поросшие шерстью, они все дихроматы. А вот это, кстати, лемур, он вообще, так сказать, видит только в одном цвете. В этот день воспитанники школы подготовили праздничный концерт. Они пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Каждый отряд с волнением выходил на сцену, ведь этот гала-концерт был прощальным. В завершении праздничной программы руководитель школы, доцент кафедры математического анализа, алгебры и геометрии Мансур Гильмулин и декан физико-математического факультета Закир Латипов наградили победителей олимпиад по математике, физике и информатике. Они также подвели итоги творческих конкурсов. Всем отрядам были вручены сладкие призы. Летняя физико-математическая школа Елабужский институт Казанского федерального университета. Сертификат. Настоящий удостоверяется, что... Хазиев Айрат Ильшатович прошел полный курс обучения в летней физико-математической школе. По словам самих школьников, в течение смены они обрели много новых знаний и познакомились с интересными людьми. Вся смена, она полна каких-то ярких впечатлений. И именно ребята понравились, как мы с ними готовились к разным мероприятиям, выступали, побеждали. И очень сдружились мы, правда, друг друга очень полюбили. До встречи в следующем году! Динара Алмагамбетова, Ришат Зарипов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз.